речи собираемся обсудить вопросы города. Мы не собираемся здесь какие-то конструктивные такие прям решать проблемы. Каждый человек может прийти и сказать, что его волнует. Именно по горводоканалу очень интересная получается ситуация. У нас горводоканал убыточен на протяжении уже нескольких лет. Значит, ни для кого не секрет, что там жулики и воры на 80%. Грабят по очереди. Один пришел начальником на полгода, другой начальником на полгода. А потом берут городские деньги из бюджета и платят зарплату якобы, чтобы работники не ушли с работы, город не остался без воды. И даю вам 90%, что никто из них не уволится только потому, что как только поменяется руководство, как только поменяются люди, все воровство выплывет наружу. Поэтому мы категорически против того, чтобы дотировать горводоканал, который продает нам воду, и явно не по той цене, по которой его покупает. Вот я предлагаю опротестовать решение наших депутатов, которые в очередной раз выделили деньги для горводоканала. И для этого мы приглашаем всех желающих, всех неравнодушных жителей города Славянска в 9 часов завтра, в понедельник, в актовый зал исполкома на собрание. И мы выдвинем свои претензии, как громада места, как активные люди, которые не хотят платить кому-то, тому, кто украл.